Если гвоздь или саморез плохо заходит в какой-либо материал, воспользуйтесь таким вот приемом. Смажьте его мылом, парафином или воском, и дело пойдет. Для того, чтобы что-то припаять, не обязательно иметь паяльник под рукой. Проявите смекалку. Даже из обычного шила можно сделать импровизированный паяльник. А вместо сухого топлива использовать свечу, зажигалку, газовую или электрическую печь. Для легкого и удобного поиска мелких деталей можно сделать вот такую вот емкость. Для того, чтобы не испортить нечаянно мягкий материал, подложите под носик шуруповерта шайбу необходимого диаметра. Также носиком шуруповерта или дрели можно сделать потай. Способ, при помощи которого можно раскрутить практически все. У меня откуда-то взялась вот такая вот странная конструкция. Сгон засел конкретно. Начну через силу откручивать, пообдираю все напыление.
Простая физика. Заметьте, что я нагреваю чермет, чтобы не испортить верхнюю деталь. Со скрипом, но пошла. Ткань немного прилипла к горячей поверхности, но это ничего страшного. Такие соединения проверены не годами, а десятилетиями. Пропитываем паклю масляной краской. Кстати, это работает и с пластиковыми соединениями. Я так делал слив в ванной лет 20 назад. Руки могут послужить вам линейкой в кризисной ситуации. Стоит только заучить наизусть размеры. Обычный колпачок от медицинской иглы может стать хорошим футляром для мелких сверел. Небольшая идея с магнитом позволит вам быстро избавиться от железной стружки. А эта идея с коронковыми фрезами позволит вам сделать ручку для чего-либо, например, для шампуров, без использования токарного станка. Ну а на сегодня все, друзья.
Лучшая благодарность автору за его труд – это лайк под этим видео. До новых встреч! Здоровья вам и вашим близким!